В другой раз я говорю: «Здесь у вас граница совсем рядом. Наверное, частый случай бегства через границу». «Наоборот», — говорит Ибрагимов, — «чрезвычайно редки. Конечно, граница очень велика, и линию границы охранять было бы очень трудно. Но чтобы приблизиться к границе, надо добраться до какого-то населенного места, а именно за ними сосредоточено постоянное наблюдение. Никакой новый человек не может быть незамеченным». «Хорошо», — говорю я, — «но это не относится к партийцам. Ответственный работник без труда может приблизиться к границе и перейти ее». «У вас бывали такие случаи?» «Два», — говорит Ибрагимов. «Они не представляют никаких затруднений. Ответственного партийца, бежавшего в Персию, мы хватаем прямо в Персии и вывозим его обратно. А персидские власти?» «А персидские власти закрывают глаза, как будто ничего не произошло».